Я рада вітати вас, друзі, в ефірі телеканалу «Погляд», в студії Ольга Бурсук. В нашому об'єктиві сьогодні єдиноборства в Україні, а саме айкідо, айкікай. Це спорт, де немає змагань, тут немає переможених і немає переможців. Це спорт гармонії та рівноваги. Власне, сьогодні ми будемо з'ясовувати, наскільки він доступний і дітям, і дорослим. Що робити, щоб він не опинився під загрозою, як вже частково сталося із позашкільною освітою в Україні. Отже, ми починаємо. І я рада представити вам нашого гостя ефіру. Це Юрій Шмигін, президент Федерації айкідо, айкікай міста Києва. Член робочої групи Міжнародної федерації айкідо з розвитку дитячого айкідо. Здравствуйте, Юрію. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте всі ті, хто нас смотрить. Юрію, а насамперед я була здивована. Я не замислювалась над тим, чи, власне, є змагання. Я думала, що коли я попрошу відео, що ви прислали, яке ми сьогодні покажемо в ефірі, мені з федерації надішлють там якийсь кубок, змагання, нагородження. Ви надіслали семінари, як майстри демонструють своє вміння учням. Давайте почнемо з того, яка філософія айкідо, айкікай? Начнем с того, что философия айкидо, в принципе, это сочетание боевого искусства и духовной практики. Айкидо, айкикай отличается от других направлений айкидо тем, что это базовое направление айкидо, которое было изначально придумано и развивается до сих пор основателем и его семьей Морихея Муисиба и фондом айкидо. Значит, действительно, в айкидо нет соревнований, в айкидо есть повышение квалификации. Но квалификация не в том понимании, в котором мы привыкли это видеть, это совершенствование своих навыков, это совершенствование тех приемов и тех практик, которые детки, я, кстати, потом обязательно продолжу тему детей, осваивают за пути, на своем пути. Дивіться, у вас п'ятий дан, так, айкідо, айкікай. Що це означає у вашому середовищі? Это определенный уровень знаний, это уровень мастерства, который присваивается человеку по прохождении определенного пути в айкидо. Многие говорят, особенно айкидоки, да, и те люди, которые долго практикуют айкидо, они говорят, что чем больше я занимаюсь айкидо, я понимаю, что я ничего не понимаю в этом боевом искусстве, в этом единоборстве. Я думаю, что это применимо и к другим сферам. Это всего лишь уровень мастерства, которым человек обладает, и его способность передать эти знания дальше. Скажіть, наскільки взагалі цей спорт популярний і наскільки він доступний? Адже от, власне, протягом останніх днів багато говорилося, і, зокрема, до Дня захисту дітей, про те, куди діти можуть піти, де займатися. Ми про це і в наших ефірах говорили. Наскільки цей спорт доступний дітям, в першу чергу, сьогодні? Как любой спорт, айкидо, как любое единоборство, на сегодняшний день доступно. И если мы говорим про Украину, то оно представлено, и опять-таки, если мы говорим про нашу организацию, ассоциацию айкидо и айкикай Украины, оно представлено во всех регионах Украины. Также действительно были ограничения, и они по сей день присутствуют, когда больше, когда меньше. И если эти ограничения достаточно велики, то мы все равно продолжаем тренировки на открытом воздухе, мы продолжаем тренировки, мы делаем выездные лагеря, летние лагеря сейчас у нас на повестке дня. Поэтому мы стараемся держать деток в тонусе, чтобы они были максимально вовлечены. Это доступно, и я считаю, что это единоборство, оно только набирает обороты. Так, але тим не менш федерація вже існує багато років, і я читала у Фейсбуку, як ваш тато, ми, власне, скажемо так, що він очолює Всеукраїнську федерацію айкідо, він говорив, що він писав, що, здається, в 82-му році, тоді ще треба було, коли займалися там газетами, вікна заклеювали, тому що, ну, я не знаю, які тоді були причини, але ледь не переслідували, навіть такі часи пройшли люди, які займалися айкідо, так, Юрій?
Действительно, я застал так очень коротко этот период. Я начал заниматься в 90-м году, мне на тот момент было 7 лет. И я помню зал, в который мы ездили еще с отцом, это было на Львовской площади, это было в подвале. И там практиковали не только айкидо, а и самбо, дзюдо, карате. То есть там, скажем, такие все стилевые. Тогда не было понятия, тогда никто не знал, что такое айкидо. И айкидо это была новинка. И учились по книгам, учились по брошюрам, по таким, скажем, по постерам, которые привозили из-за границы и передавали по наследству, и они были прям все истертые до дыр. Поэтому это был интересный период. Жаль, что я не могу передать его, скажем, от первоисточника. И я уверен, что каждый практикующий боевое искусство, который практикует его более 30 лет, этот период застал. Власне, так. І от зараз ми бачимо так фотографії, тут ваш тато і заняття. Юрію, власне, перш ніж ми перейдемо до тих проблем, з якими, можливо, ви стикаєтесь, а принаймні минулого літа точно нависла загроза, скажімо так, над заняттями, в якійсь мірі ми поговоримо про це. Але мені все-таки цікаво, чому ви вирішили йти, скажімо, професійно наслідувати батька? Він прививав вам це? Чи ви самі рвалися, ви самі хотіли і знали, що це також буде і ваш професійний шлях? Це складний вопрос. Не то, щоб він складний, він для мене... У меня нет на сегодняшний день на него однозначного ответа. Объясню почему. Я сам отец, моему сыну 11 лет, и он также занимается айкидо. И в моей, и в его жизни были периоды, и есть периоды, когда мы занимаемся айкидо больше либо меньше. Это связано с разными причинами. Но, скажем, когда ребенок посещает спортивный зал со своим отцом, его отец всегда является для него примером. И мой отец по сей день является для меня примером во многом. Конечно же, я не пытаюсь слепо копировать его и не иду по его стезе, хотя она, я бы сказал, уверенно протоптана. Ни я, ни кто другой не пройду его путь. И я очень надеюсь, что мой сын осознанно примет решение продолжать путь семейного, таких семейных традиций, либо пойти по своему пути. Но если он для себя примет решение не идти по пути профессионального развития айкидо и, скажем, будет просто практиковать его для духовного развития и для физического совершенства своего тела, я его пойму. Юрій, ви вкотре сказали про духовний розвиток. Відповідно, я хочу поставити питання, кому це підходить, цей вид спорту? Коли приходять діти на заняття, вперше приходять, от ви дивитесь і ви розумієте, цій дитині це підійде чи ні? Знову ж таки, по-перше, запитується, що це дає, як ви кажете, духовно, так? А з другого боку, можливо, є діти, яким треба змагатися, там, перемагати. А тут інший підхід до... Ну, вийкидо, інший підхід до цього спорту. Що ви порадите, можливо, навіть батькам, які зараз вас слухають? Ми сталкиваємося неоднократно з такими вопросами. І дійсно, дітям для самовираження, для проявлення своїх лідерських качеств, у кого-то вони розвиті більше, у кого-то менше. Но я вважаю, що кожен ребенок способен їх розвити в собі, навіть якщо вони відсутствують. Вайкідо, как я сказал изначально, нет соревнований, но дети, у них есть физические нагрузки, у них есть те элементы спорта, которые могут помочь им проявить себя. Это изначальные разминки, это бег, это, скажем, они даже с гордостью выходят на татами и демонстрируют свою технику. Причем очень, что я хотел бы подчеркнуть, причем это есть не только в айкидо, но во многих других боевых искусствах. Они не считают друг друга противниками. Это очень важно. В айкидо каждый занимающийся считает своего партнера партнером. Тут немножечко тавтология, но так и есть. Все мы на татами партнеры.
И ребенок, когда выходит, он с одной стороны, он хочет проявить свои лидерские качества, но он учится доверять, он учится следовать, он учится вести. Это важное, наверное, тут можно было бы провести параллель с танцами, как и в любом партнерском таком мероприятии. В любом случае, айкидо подходит для детей любого возраста. Мы принимаем детей с 5 лет, и это детки абсолютно разные. Причем присутствуют дети с какими-то, скажем, ограниченными физическими возможностями. Айкидо прекрасно формирует осанку у ребенка, прекрасно формирует характер, как, в принципе, и любое другое единоборство. Почему я делаю акцент на любом другом? Потому что, прежде всего, ребенку важно показать альтернативу, что есть что-то, кроме интернета, который, к большому сожалению, сегодня вовлекает все больше и больше детей, кроме гаджетов, кроме того мира, который они привыкли видеть. И когда ребенок приходит на тренировку, его тренировка прежде всего начинается с тапочек, с того, что он ровно ставит свои, свои тапочки. И многие родители замечают, что с тех пор, когда ребенок начал заниматься айкидо, он начал себя вести иначе. Он стал более аккуратным, он стал более таким вот последовательным, он стал более внимательным. Я думаю, что это очень положительно сказывается. Вот сейчас вы демонстрируете кадры с, скажем, с, где детки демонстрируют свои техники, вы видите в их руках некие предметы. Это не случайно. Это, скажем, такие вызовы, да, сегодня модное слово «челлендж», которые компании, клубы различные и различные международные организации кидают вызов один другому. Как раз это было актуально во время пандемии, когда все дети были закрыты дома, и каждый практиковал айкидо. Кто с бутылкой, значит, имитировал удары и оружие, кто с мобильным телефоном. Это интересно. Каждый ребенок, когда приходит в зал и начинает свою тренировку с дисциплины, это очень положительно влияет на его последующую жизнь. Я это знаю по себе. Так, тобто це сформувало і ваш характер? Я думаю, да. Там дівчатка є, тобто серед дівчаток теж популярне айкідо сьогодні? Вы знаете, что я в айкідо есть даже направление, это айкідо для женщин. И это направление все больше и больше набирает обороты, потому что что такое айкидо? Это не только, скажем, самозащита, это формирование уверенности. И уверенности не только у деток, уверенности у женщин, что, будучи слабым полом, они всегда могут противостоять сильным мужчинам. Конечно же, хотелось бы, чтобы таких ситуаций в жизни было меньше, и вы были под нашим надежным крылом. Но, к сожалению, такое не всегда бывает. Так или иначе, айкидо — это уверенность, прежде всего. Освобождение от захватов. Айкидо стоит на вооружении у многих спецподразделений как неотъемлемый атрибут, и многие техники, многие элементы айкидо на сегодняшний день используются. Я немножко забежал наперед, но женщин действительно и девочек очень много, и их количество увеличивается. Ось так. Юрію, нещодавно пройшла інформація, що на прес-конференції керівник однієї з мереж спортивних центрів заявив, що підвищення комунальних послуг, наприклад, ставить під загрозу розвиток спортивної інфраструктури України і негативно впливає на профільну підготовку спортсменів. Ну, відповідно, далі безпосередньо ця людина говорила про свою мережу, що треба ціни підвищувати і так далі. В мене питання до вас. Яку підтримку, можливо, було б варто надавати державі ось таким клубам, як ваш, так? Вашій федерації, там, і представникам інших організаціям, асоціаціям, інших єдиноборств. В тім числі запитую про це, тому що знаю, що минулого літа дуже гостро стало питання з приводу оренди. Тоді хотіли фактично законодавчо зробити так, щоб приміщення для занять вам треба було теж виборювати на аукціонах. І ми розуміємо, що таке аукціон. Це хто більше заплатить, той і буде орендувати приміщення. Наскільки я розумію, це питання вирішили.
Але тим не менш, от як сьогодні вам вдається виживати, тому що ми розуміємо, що чим дорожче це все буде обходитись, тим дорожче треба буде за це платити, наприклад, в першу чергу, звісно, батькам. А спорт повинен бути доступним. Отже, як ви прокоментуєте поточну ситуацію ставлення держави до спорту? Вы абсолютно правильно сказали, такая проблема была, но здесь нужно, скажем, я начну с конца, наверное, желаемое от действительного отличить. Нам бы хотелось, и всем организациям спортивным, хотелось бы получать поддержку от государства, хотелось бы, чтобы их не облагали налогами, и хотелось бы, чтобы хотя бы не мешали. Вот, наверное, с этим девизом многие руководители клубов выходили год назад на собрание, которое проводилось как раз в клубе, в центральном клубе ассоциации, были представлены почти все виды единоборств, и эта проблема была очень такой явной. На сегодняшний день, слава богу, был принят закон, который освободил все спортивные организации от... То есть мы уже не обязаны нам, скажем... Нам проще на сегодняшний день решать эти вопросы, и налог с 3%, который они хотели установить от оценочной стоимости помещения, был снижен до 0,1%. Поэтому, в принципе, стало гораздо проще. Но в любом случае осталась проблема наличия свободных помещений, потому что все сегодня сидят в арендных помещениях, и ограничены, скажем, и большая часть этих арендных помещений находится в коммунальной собственности. Очень многие проводят тренировки в школах, кто-то проводит в детских садиках, то есть ищут места и хватаются абсолютно за любое предложение, потому что, к большому сожалению, на сегодняшний день не осталось, скажем, помещений в таком, в хорошем состоянии. Например, зал на Иорданской, где находится это центральный зал ассоциации, мы получили его более 20 лет назад, и даже не получили, выбили. И это было старое здание ДЮ США с выбитыми окнами, где-то на странице есть фотографии этого зала. Ну, это просто разруха. На сегодняшний день это удобный, теплый, комфортный зал. И любой тренер, любой руководитель организации, будь то крупный, будь то просто инструктор, который хочет делиться своими знаниями с детьми и со взрослыми, неважно, он ищет, они сами берут в руку кисти, сами, значит, покупают листы татами. Поэтому хотелось бы, конечно же, получать помощь от государства. В Европе есть такое понятие, как гранты. Мы его тоже знаем, но никто, все о нем слышали, но никто до сегодняшнего дня, значит, не смог его пощупать. Поэтому очень бы хотелось, чтобы законодательные эти инициативы в адрес... Я сейчас говорю про все спортивные организации, большую их часть. Большая их часть столкнулась с этой проблемой и вынуждена решать ее в одиночку. Скажіть, але тим не менш, добре, що дійсно вдалося це все вибороти, тому що ми знаємо, і ми обговорювали це в наших ефірах, що навіть сам міністр освіти визнав, що, наприклад, позашкільна освіта часто буває закривається в територіальних громадах, тобто цього не можна допускати, треба зробити все, щоб позашкільна освіта, спорт, щоб це все процвітало в країні. Юрію, до вас приїжджають, проводять свої семінари, або беруть участь у ваших семінарах, зараз ви розкажете, як це відбувається, зірки, так би мовити, айкідо. Хто вже був і як це відбувалося? Я так розумію, що це і представник Японії був, і Франції. Чи потрібно, скажімо, перекладати? Чи і так все видно і зрозуміло вашим вихованцям, коли вони показують свою майстерність? Действительно, мы приглашаем и регулярно проводим семинары. Вот сейчас на видеоряде это Кристиан Тисье, это звезда айкидо, это шикарный мастер, великолепный, техники которого пытаются подражать многие, но даже приблизиться к нему не смог ни один.
путь каждого человека, путь каждого мастера, он тернистый, и даже говоря о нем, это его жизнь. Действительно, приезжают мастера из Японии, из Бельгии, из Франции, всех стран не перечислить, и эти семинары направлены прежде всего на то, чтобы поделиться своим опытом, не стать культовым, значит, мастером, не стать мастером, которого все пытались бы подражать, а привнести, скажем, поделиться, да, поделиться опытом, показать, скажем, те техники и ту степень, тот вариант исполнения, к которому всем нужно стремиться. Но я также хочу сделать особый акцент на то, что на сегодняшний день в Украине присутствует огромное количество и в нашей организации, и в других организациях, которые развивают айкидо в стране, есть большое количество профессионалов, высоких профессионалов, которые, я вам скажу, ничем не хуже зарубежных, и которые способны делиться своим опытом и делают это на сегодняшний день, путешествуя по Украине и делясь своими знаниями со всеми. Поэтому не только зарубежные инструктора, у нас есть очень много национальных семинаров, которые мы проводим регулярно, участвуем в семинарах других организаций. Принцип айкидо — это принцип дружбы, это принцип помощи, принцип взаимопомощи и принцип, скажем, такой вот свободного распространения информации. Юрію, а оскільки от я дивлюся, значить, я собі виписала, що айкідо – це гармонія, рівновага, життєва сила, зокрема. А як це допомагає в житті? Так, крім того, що там, звичайно, і діти, і дорослі вчаться прийомам самозахисту, це спорт, це постава, як ви сказали. А як це допомагає реагувати на ті виклики, які сьогодні є в світі, в нашій країні, зокрема, стресові ситуації? Скажімо, от, ви будете, там, не знаю, сперечатися, ну, і відповідно ті, хто дійсно вже так серйозно, глибоко практикує айкідо, говорити, а що тут в державі робиться і так далі. Тобто, як це людину, скажімо так, тримає от в цій рівновазі і гармонії? Я считаю, что тут много зависит от психотипа человека конкретного. Здесь нельзя всех равнять. Но каждый в айкидо находит то, что ему нужно. И каждый человек, если мы говорим про взрослого человека, который осознанно пришел заниматься айкидо, он берет на тренировке то, что ему нужно. Кому-то нужна компания, нужно общение, нужен коллектив. Кому-то нужна уверенность в себе. Кто-то хочет научиться, многие приходят и говорят, а я научусь там бить в голову. Ну, если бить в голову, то это не совсем по адресу. В любом случае, айкидо, каждый находит то, что ему нужно. Это как... Мне сложно провести аналогию. Наверное, такая аптечка, в которой присутствуют абсолютно все лекарства, и каждый человек, исходя из своей симптоматики, берет то, что ему нужно. Это такая долговременная, добрая, положительная терапия. И действительно, она формирует характер, она формирует, в принципе, позицию человека. И я думаю, что каждый человек, который хотя бы однажды побыл вот в этой атмосфере семинаров, это дружеская такая атмосфера, и он прочувствовал, потому что энергетика колоссальная. Когда заходишь в зал, действительно, многие, кто заходит извне в зал, в котором проходит крупное мероприятие айкидо, говорят просто, ну тут все звенит, энергетика накачана сумасшедшая. Я думаю, что однозначно айкидо сделает, оно привнесет в вашу жизнь что-то другое, да, оно однозначно изменит. После посещения занятий айкидо вы уже не будете прежним. Угу. Цікаво. Я думаю, що ви так заінтригували тих людей, які ще не були на заняттях, і можливо,
тільки планують або мріють, або і не здогадувалися, що варто зайнятися цим видом спорту. Я думаю, що це ви заінтригувались всіх, звичайно. Юрію, що б ви побажали своїм вихованцям, діткам, своїм колегам, дорослим на завершення програми? Що б вам хотілося сказати зараз їм? Я би хотів пожелати кожному із вас, ви вступили на путь, с которого, наверное, это движение однонаправленное. Однозначно, это положительное движение и тот путь, который вам нужно пройти одному. Ваш инструктор, он всегда может направить вас, он может показать, как правильно, но извлечь что-либо из тренировок вы можете только сами. Поэтому каждому из тех, кто меня смотрит, кто уже занимается, кто только начал, кто тренируется и длительное время считает себя преуспевшим в этом боевом единоборстве, я желаю понять, насколько это улучшило вашу жизнь. Однозначно, айкидо в моей жизни — это тот путь, о котором я не жалею. Тот путь, на который я всегда помогу ступить своим друзьям и недругам тоже. Юрію, дякую вам за інтерв'ю. І, звичайно, ми теж зичимо процвітання айкідо і кікай в Україні. Спасибі, Юрію. Отже, з нами сьогодні був Юрій Шмигін, президент Федерації айкідо айкікай міста Києва, а також член робочої групи Міжнародної федерації айкідо айкікай із розвитку дитячого айкідо. Я Ольга Борсук, дякую вам за ефір. Сьогодні ми говорили про спорт, де немає змагань, переможців і переможених, а є гармонія і дружба. Ми говорили про айкідо і кікай. Друзі, дякую за те, що провели з нами цей час. До зустрічі на телеканалі «Погляд».